Выставка World Food 2022 объединяет не только крутых производителей, но также и классных спикеров. С одним из них прямо сейчас мы поговорим. Это Анна Садикова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Какую компанию представляете? Brim Club – это платформа для тех, кто готовит дома. Сегодня вы выступали на форуме в качестве спикера. Расскажите более подробно о своем кейсе. Да, это платформа питч-сессий для стартапов, которые либо ищут инвестиции, либо они хотят рассказать чуть больше о своем проекте миру. Мы рассказывали о том, как мы можем помочь любому человеку, который готовит дома. Наша платформа представляет из себя и стандартные функции в виде планировщика меню, в виде калькулятора порций, счета калорий и всех остальных атрибуций стандартного сервиса. Но самое главное наша фишка, что наш сервис позволяет готовить без остатков, то есть сервис автоматически предложит, что вам сделать, например, с половиной капусты, которая осталась, или с банкой сметаны, которую вы использовали только наполовину, и второй очень высокий риск, что она испортится. Чтобы этого не произошло, нужно зайти на Brim Club и посмотреть, как это работает. То есть, получается, вы держатель всех рецептов. А рецепт успешного кейса у вас есть? Да, конечно. Наша уникальная фишка именно в том, что мы заботимся сразу о трех болях, скажем так, нашего пользователя. То есть, с одной стороны, мы помогаем экологии, мы заботимся о сокращении фудвейста, чтобы вы не выкидывали лишние продукты, тем самым не тратили ресурсы планеты впустую. С другой стороны, вы, когда выкидываете продукты, вы выкидываете собственные деньги. Вы же заплатили за эти продукты. Чтобы этого не происходило, вы пользуетесь нашим сервисом и экономите эти деньги. И третий очень важный аспект – вы экономите собственные силы, потому что мы специально заточили рецепты на бизнес людей, которые готовят 10 минут, а 20 готовят за них плита. Анна, тогда расскажите, сегодня вы делились опытом, смогли ли вы перенять что-то от коллег за время сессии? Я очень люблю подобные мероприятия. Большое спасибо организаторам за такие возможности, потому что главное, наверное, что мы здесь подчеркнули, это нетворкинг. То есть я верю, во-первых, в здоровую конкуренцию, а во-вторых, в то, что конкуренция всегда рождает какие-то новые отношения, и коллаборации – это то, ради чего сюда стоит приходить. Ну и в финале, конечно же, хотелось узнать, цели форума достигнуты, вы довольны? Да, я очень довольна. Я пока не могу оценить масштабы, потому что работы очень много, это явно долгосрочная история, но в этом и самый кайф, когда ты видишь очень много перспектив. Спасибо большое, Анна. Желаем вашему стартапу крутых продвижений и свершений. День не закончился, так что контакты, чтобы до вечера были у вас тоже. Здорово, спасибо вам большое. Удачи.